Открытое сердце – это служение людям. Это некоммерческая организация. Это центр поддержки вдохновения. И в нынешнее время это уже зарождающийся фонд благотворительности. Служение «Открытое сердце» дает людям поддержку в трудных ситуациях жизни и вдохновение в саморазвитии. Наша миссия – поддержать людей в трудных ситуациях жизни, помочь им найти ответы на вопросы, залечить душевную рану и затем своим же жизненным опытом поддержать другого человека в трудностях. Наше видение – вдохновлять и поднимать сильных лидеров по всему миру, делать то же, что делаем и мы. Основатель центра Ольга Онищенко, автор книги «Пазл Илюши», мотивационный спикер, оратор, радиоведущая, автор многих программ. Служение «Открытое сердце» распространилось уже и в многие страны. О нас информацию вы можете почитать на сайте olgaonishchenko.com. На страницах нашего сайта вы найдете материал для разных нужд. Для матерей, отцов, семей, детей, которые могут найти ответы на волнующие их вопросы. Наш YouTube-канал имеет материал свидетельств многих людей, вышедших из трудностей победителями. Будем вам очень благодарны, если вы поддержите финансово наше служение «Открытое сердце» и наш фонд благотворительности. Мы открыты к сотрудничеству и спонсорству.